Анадырский детский сад «Ладушки» отметил 50-летие. Это одно из старейших дошкольных учреждений окружной столицы. Однако в нем чтут не только традиции, но и активно внедряют современные методы образования и воспитания детей. Наш корреспондент Владимир Никитченко когда-то сам был воспитанником этого детского сада, а сейчас побывал на юбилее как гость. Вот так с малых лет воспитанники Анадырского детского сада «Ладушки» учат английский язык. Приветствуют друг друга, называют цвета, предметы, угощения. Основы иностранного языка в этом дошкольном учреждении начали преподавать с 2015 года под руководством педагога Татьяны Скворцовой. Занимаются в основном дети от 5 до 7 лет и буквально схватывают все на лету. Цель дополнительного образования по английскому языку – создать условия для детей, чтобы они могли открыть свои способности, в том числе лингвистические способности, и, конечно, получить навыки говорения на английском языке. И, конечно, это снимает напряжение, языковой барьер, уменьшает, и в дальнейшем это чувствуется по школьной программе. Детскому саду «Ладушки» есть чем гордиться. Это современное дошкольное учреждение. Здесь работает квалифицированный педагогический коллектив из 17 воспитателей, 5 из которых высшей категории. А в 6 группах воспитываются 155 детей. В стенах детского садика у нас есть в рамках дополнительного образования. Детки наши изучают английский язык. Они изучают природу родного края. Также есть физкультурная направленность и финансовая грамотность. Детский сад «Ладушки» для родителей, вы сегодня прекрасно сами видели, неважно, когда они выпустились, 5 лет назад, 20 или год назад, родители и дети очень любят наш детский сад. А мы, в свою очередь, стараемся всем коллективам приложить к этому силы. История Анадырского детского сада «Ладушки» насчитывает уже 50 лет. Он открылся в феврале 1972 года и вот сейчас отмечает юбилей. На праздничном мероприятии в первую очередь чествовали коллектив учреждения, сумевший сохранить традиции и при этом идти в ногу со временем. Благодарностью губернатора Чукотского автономного округа награждается коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Ладушки»». Воспитателей, нянечек, всех сотрудников детского сада в этот день чествовали и сами воспитанники, в том числе уже бывшие. Многие жители Анадыря в детстве ходили в «Ладушки», а теперь они пришли сюда как гости и смотрели уже на нынешних малышей, которые читали стихи, танцевали и просто радовались празднику. Многие педагоги большую часть жизни посвятили дошкольному образованию детей. Это титанический труд. Для них детский сад – это второй дом. Работать в детском саду – это жить. Это жить, каждый день утром просыпаться, приходить, видеть радостные лица, порой грустно успокаивать. Ой, если балуются, тоже успокаивать. Поэтому, не знаю, просто любить детей. Вот работа в детском саду. Не у каждого есть такое счастье, когда к тебе подбегает 15-20 человек. И ты знаешь, что... И ты видишь, как он растет, как он меняется, сколько он приносит нового в твою жизнь, сколько он тебе дает эмоций, тепла. Работать в детском саду – это счастье. Большой, казалось бы, музыкальный зал едва вместил всех сотрудников и гостей детского сада. Финальным аккордом праздника стала заключительная песня, исполненная сотрудниками «Ладушек» вместе с детьми. А после нее на сцену вывезли большой праздничный торт, подготовленный специально к юбилею. Владимир Никитченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.